Цена только сегодня. Каждый день мы представляем один товар по исключительно низкой цене, действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Наши дизайнеры предлагают не только стильные наряды, платья, блузы, но и задумываются о дизайнерской коллекции верхней одежды. Вот сейчас очередь дошла именно для сезона дождей. Мы поговорим с вами о стильной парке ветровки. Она удлиненная, а не короткая. И мне очень нравится, Оля, что здесь мы используем купонное полотно и одна из самых дорогих современных тканей – дюспон. Ох, ты знаешь, я люблю такие, знаешь, необычные парки, которые нас будут еще и защищать от природных явлений. Но главное, что сегодня парка попала на распродажу. Друзья, отличная цена. Раньше была 6 тысяч, а сегодня 2500 рублей. Вы сегодня экономите 3499 рублей. Давайте срочно сейчас выбирать парку, которая и в летний сезон актуальна, и осенью тоже будет актуальна. Прежде чем перейти к расцветкам, я вам хочу сказать, что ткань дюспон сегодня мы можем встретить с вами у самых именитых дизайнеров, и она отличается от плащевой ткани мягкостью. Ткань дюспо невероятна, она обладает помимо мягкости еще одним очень важным секретом. Эта ткань не пропускает влагу, но позволяет телу дышать. Давайте посмотрим на расцветки и потом перейдем к эксперименту со стаканом воды. Как давно мы с тобой этого не делали? Со стаканом воды давно не делали. Итак, друзья, смотрите, у нас есть черный, у нас есть зеленый, у нас есть голубой. Три цвета на выбор. Все с цветами. Кстати, мне очень нравится, что наши парки украшены цветами. Все-таки, знаешь, необычно. Необычно и настроение сразу хорошее. Давай посмотрим, Оленька, и на спинку нашего изделия. Здесь купонное полотно используется для пошива. Что такое купонное полотно? Это когда на каждом изделии мы видим с вами зеркальные симметричные принты. Обратите внимание, что на такие изделия гораздо больше уходит материалов. И на рукавах у нас с вами тот же флористический купонный переход. Давайте сейчас уйдем на подиум, посмотрим на идеальное сочетание с моделями. Оля скажет вам об экономии, а потом проведем эксперимент. Конечно, Свет, но ты еще нам расскажешь, как правильно подобрать размер, потому что это тоже очень важно. От 50 до 60 размера все в наличии. То, что касается размеров, я вам скажу так. Формула бренда Благов – отшивать коллекцию на благо женщинам. Поэтому здесь конструкторами учитываются все особенности нестандартных фигур. Если у вас, как у Татьяны Бабуровой, размер 52, берите размер в размер. Свободная парка, особенно в области бедер, поможет скрыть все нюансы, и вы будете чувствовать себя комфортно. Ну а если, как у Марины, давайте на Маришку посмотрим, у вас верхний тип фигуры, богатый верх, вы берете свой размер, вот на Маришке сейчас 54, но как эффектно смотрится модель. Если у вас объем 56, вы, соответственно, берете 56. Вы знаете, у нас в Москве вчера был дождь. И гроза, и дождик. Поэтому эта парка вот лично мне тоже очень даже не хватало. То, что зонтик я чаще всего забываю. Но смотрите, парка, напомню, выполнена из дорогостоящей ткани дюспо. Это не дешевые синтетические плащевые ткани, которые грубые. Итак, вот моя ладошка. Ткань, так. Посмотрите, она продолжает мою ладонь, насколько она мягкая. Сейчас я выливаю сюда воду, и вода выливается. Давайте еще раз сделаем более глубокое. Так, лужица. Смотрите. То есть она вовнутрь не проникает, правильно я тебя понимаю? Сейчас мы это все покажем. Ага. Смотрите, мои дорогие, вот они капли. Держи стакан. Давай. Вот они капли. Дайте салфетку, девочки, пожалуйста, я сейчас покажу. Капли остаются на поверхности. Это доказывает, что тонкая-тонкая пленка, водоотталкивающая, она действительно защищает вас от влаги. Сейчас я держу в руках салфетку и отвечаю на вопрос Оли Грядуновой. Так. Промокла или нет? Ну, посмотрите сами. Я выворачиваю наше изделие, подкладочная ткань. Совершенно, вот это я сейчас сделала, провела. Мокренькими пальчиками. Да, она у нас совершенно сухая. Угу. Поэтому, дорогие друзья, даже проводя салфеткой вот сейчас. Ну, покажите, видим, уважаемый оператор, ткань, покажите. Давайте покажите. Посмотрим. Ткань совершенно не изменила своего цвета. Угу. Она совершенно сухая. Да, у нас сегодня распродажа, у нас сегодня самые выгодные цены. Ну, давайте посмотрим на капюшон. Я вылила туда стакан воды. Готовы? Итак, я вылила стакан воды, держи. Вот она.
Ля-ля-ля. Давай, подставляй, Оля. Вот сейчас будет у нас здесь ля-ля-ля. Сейчас о, дорогие друзья, вы видите, что весь стакан воды, держи, держи ровнее, не отвлекайся, и он у нас совершенно сухой. Обратите внимание, современные технологии, ткань Дюспо позволяет вам, во-первых, мне не жарко, я стою в студии, у нас, знаете, сегодня в Москве 32 градуса жары, на мне платье, на мне стильные летние ботинки еще и парка, но мне не жарко, потому что она легкая. И самое главное, ее функция ветровки парки – спасти вас от дождя. И она с этим справляется. Прекрасно. Даже знаешь, когда мы выбираем для себя дождевики, мы всегда чувствуем, как будто в теплицу встали, нас там закрыли в жару и стоим, терпим, зато не промокаем. А здесь у нас получается парка дышащая, непромокаемая. И безумно красивая, с цветами от бренда Благов. Очень часто приходишь в магазин, а там укороченные модели парок. Вот, например, те женщины, у кого есть нюансы и секреты фигуры, не всегда наденут короткую парку, правильно? Да. Потому что нам хочется здесь все закрыть. Мои широкие бедра спрятаны, причем флористический принт отвлекает от нюансов фигуры. На парке внизу мы видим с вами регулируемую кулиску, которую при желании мы можем сделать потуже, посмотрите, да. И защитить себя еще и от ветра. Иногда случается изменение погодное, и подует ветер, а вот мы защищаем свое тело, чтобы ветер не проникал. Mm-hmm. Но при этом напоминаю, водоотталкивающие свойства нашей ткани, это ткань Дюспо, Франция, Италия, Германия, сегодня все отшивают верхнюю одежду, весна, лето, осень, именно из Дюспо. Здорово, ну что ж, комфортная, непромокаемая, безумно красивая. Главное, сейчас мы уже готовимся к дождливому сезону. Дожди и лето бывают, ну а осенью зачастую случаются, поэтому мы уже с вами будем экипированы.